Сегодня 13 июля 2015 года. Один из самых счастливейших дней моей жизни. Еще один. Сегодня ночью, приблизительно где-то в 5 утра, пол пятого даже, у меня родился сын, которого мы планируем назвать Юджин. Вот. Наша дочка Лиза спит. Проснулась уже, да. Сейчас мы едем в клинику. В клинику проведать маму. Мама у нас сегодня рожала самостоятельно. По причине наличия дочки пришлось из клиники уезжать, потому что ночью ребенок стал плакать, нужно было уложить, вот, поэтому весь процесс заснять не смог, вот, хотя очень хотел, вот, но, тем не менее, сейчас лечу в клинику, и тогда уже там что-то поснимаю, вот. Как же ж я рад, у меня наконец-то есть сын, ес, 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 ес.